Несанкционированный проход на пассажирские платформы и нахождение в зоне движения поездов предусмотрена административная ответственность. Исполнение всех познаний. Я думаю, она просто не уйдет. А все так ходят, как будто это так и должно быть. Да. Всем плебей. А я заплатил, знаешь, сколько что-то сюда придет? 400 рублей. Стоимостью своей карты социальной. Я ее пополам сломал. Oh, there.
пойдем сейчас. Уважаемые пассажиры, за несанкционированный проход на пассажирские платформы и нахождение в зоне движения поездов предусмотрена административная ответственность.